Ютербок. Мы рядом с водонапорной башней по Фуксберге. Ютербок. Мы рядом с водонапорной башней по Фуксберге. 1 сентября 2023 года. Первый день осени. Да, башня за спиной. Мы развернемся и увидим. Пока вот тут видно кирха святого Николая в кадре. Вот общий план. За спиной, я уже сказал, башня, которую мы сейчас, к которой подойдем. Разворачиваемся. И вот башня. На холме. Башня не действующая, нет, давно. Другие способы доставки воды. Вот эта башня. Времени 3 часа, 15 часов. Начало 4. Переменная облачность. Дождь должен быть, что-то еще нет дождя. Может и не будет. Тут многие бывали. Особенно многие те, кто проходил воинскую службу здесь, в военном городке Фуксберге. Тут рядом ДОС батальона связи по Фуксберге. Ну и другие объекты были, которых уже нет. Транспортное средство, на котором мы добрались сюда. Башня. На город посмотрим с этого ракурса. Ютербок. А там где-то ориентир это. Шпили кирхи святого Николая. Дальше видна ратуша. Здание, это крыши. Ну и другие объекты видны. Сам город. Ближе подойдем. Очень много текстов на стенах башни. Все они замазаны, закрашены. Мало что видно. Вот вход. Да, я уже говорил, она не используется. Эта башня, этот объект стоит вот себе, да стоит. Тут где-то я видел, еще антенна была телевизионная. Сейчас почему-то не видно. Да, уже другие есть способы доставки информации. Не обязательно нужно иметь антенну телевизионную или спутниковую, чтобы смотреть ТВ.
цветов, когда лучше ламповид написан. За победой. Это видно новодел. Это у входа мы все читаем. Целиноград. 73-75 годы. Вот. Это навес такой. На этой стороне Чимкент, Чимкент. Я учился здесь давно. Чимкент. Тут не замажены, поэтому кое-что видно. Вот что тут можно разобрать? Ничего. Казань, вот видно. Алекс. И так по круге все замажено. К сожалению. Тут Минск видно. Тут написано. По-моему, это 56-й год. Киев. Баку. Ничего. Может быть, даже Самара. Это так гадать. Купи. 76-й. Да. Петровск. За спиной у нас улица Фуксберга. В ту сторону ресторан, который был. Здание ресторана Вассертурм. Нет тоже здания. Сломать сломали, еще нет никакой работы там не ведется. Посмотрели мы башню. В округе, конечно, лес. Все зарастает. Кирха. Ну и весь город, вот план. Можно сказать, крупным планом. Еще раз посмотрим и уезжаем. Едем в Форцино. Мы здесь по пути. Солнце появилось. Мобильчик попался. В кадр.
там где-то. До свидания, до новых встреч. Петербург.